если неплательщик алиментов больше 10 тысяч задолжал собственному ребенку, мы его ограничиваем в праве управления. То есть водительских прав мы, конечно, их сами по себе не забираем, но в них ограничиваем. И, соответственно, если вдруг его сотрудник ГИБДД уже останавливает, проверяет по базе, а мы эти все данные как раз к ним направляем, и информация поступает о том, что действительно он ограничен, то его могут лишить прав сроком до 1 года. То есть очень тоже неприятная ситуация, многих стимулирует. Здравствуйте, служба судебных приставов. Являетесь должником? У вас общий суд? Я не там, я приставы был там. Сейчас что делаем-то?